Бери. Боже мой! Мы посещаем все магазины, скупаем во всех магазинах все пупыты. А вы знаете, что без моего согласия вы не имеете права снимать? Вика, похоже, это самый дорогой ролик на канале. Амина, что это? Не реви. Не реви. Вика, ну рассказывай, что у тебя случилось с твоим попытом. Вот. Ну он красивый даже стал немножко. Are you kidding me? Час назад ездили к Лайку, к моему песику. Yeah. И ему настолько сильно понравился мой единственный попыт, что он решил с ним поиграть. Только зубами. И вот что от него осталось. И еще вот эта попытренька. Хотя, чем она мне нужна? Это был мой единственный попыт. Любимый такой, классный. Ну у тебя же есть еще немножко дом попытиков. Ну один еще есть в виде цветочка. Но он плохой. Ням-ням-ням-ням. Ну, Виха. Не расстраивайся, что-нибудь придумаем то с твоим попытом. Мы придумаем, его не склеить, ничего не сделать. Видишь, вот эти вот попытоньки, где мы найдем? Вот единственные, которые я успела забрать, пока он не слопал. Ну, Лайк любимый песик, и у него была любимая игрушка попыт. Вика. Что? Ну, как тебя обрадовать, скажи? Что мне сделать, чтобы ты больше не расстраивалась? Я хочу купить еще один попыт. Еще один? Только один? Да. Я... Вот такой же. Такой же? Матовый, мой любимый. А что такое матовый? Ну, он вот такой вот нежный. А знаешь, что я придумал? Починим? Нет, его вряд ли починишь. У меня к тебе другое приложение. Смотри, вот ты же вчера закончила начальную школу. Да. И перешла в 5-й класс. Да, у меня вступительные экзамены будет через недельку, через новую школу. Да. Давай мы с мамой сделаем тебе сюрприз. Какой? Как думаешь? Купите мне 2 попыта! Да, мы купим тебе знаешь что? Что? Мы скупим все попыты в нашем городе. Что? Да, мы сейчас поедем по всем магазинам и будем скупать все попыты в городе. Идем скорей! Так, ну что, папа, в какой магазин мы сейчас едем? Давай самый ближний магазин. Здесь у нас ближе всех это Мегамолл, и там был отдел с попытами. Их там много было? Потому что я вообще не видела. Ну, там есть один отдельчик, где постоянно продают всякие трендовые игрушки. Дошло, да. Да, там раньше продавали спиннеры, потом слаймы, а теперь там продают попыты. Все, тогда давай туда, прямо сейчас. У-ху, сегодня наконец-то мой день. Идем со мной. Иду. Со мной. Ничего не замечаешь? Это отдел. Да. Вот, смотри. Вот он, рай. О, рай попытов. Смотри, берем вот это. А ты сказала тете, что мы берем все попыты? Нет. Мы у вас скупаем все попыты. А вот это, вот это. Бери все, Вика. И вот такой. Это да. Все, наверное, думают, Вика, бери уже огромный. Беру. Да. Вика, представляешь, какой тебя будет ждать сюрприз, когда ты 11 классов закончишь в школе? Ой, не надо. Будем скупать все автомобили в городе? Так, все, складываем сюда. Бери. Все бери, бери, все бери. Все, кладем. Сейчас мы скидку 50% попросим еще. И все, тоже берем. Давай. Сейчас сюда бежит пакет. А что мы будем делать с этими попытами, а? Тыкать. Пальцы устанут. И все. Какой кошмар, как много. Божечки. Вика скупила в городе все попыты. Ничего не осталось. Ну, где? Хотя бы вот осталось. Надо тоже забрать. Забираем? Я не дотягиваюсь. Все, давай тоже возьмем. Давай. Как думаешь, на какую сумму у нас будет? 15 тысяч, наверное. Это только в первом магазине? Амогус. Амогус. 10 750. Вика,
Похоже, это самый дорогой ролик на канале. Да, я еле-еле поднимаю этот пакет, он настолько тяжелый. Ребята, мы делаем этот веселый контент ради вас. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк. А если вы еще не подпишетесь, это будет еще лучше. И мы в следующем ролике с попытами такое будем вытворять с этими попытами. Что будем вытворять? О, это пока секретно, но если вы подпишетесь, то скоро узнаете. Будем вытворять такое, что никто еще не делал. И никто этого не видел. На Ютьюбе, да? Да. Да. Ну что, папочка, куда теперь едем? Какой магазинчик? Ага, здесь рядом с Макдональдсом есть перекресток. Там, по-моему, тоже был такой отдел с попытами. О, тогда поехали. Папа, смотри, я давно хотела единорожку попыт. Хотя это Simple Dimple, ну ладно. Берем? Да. А здесь только один в отделе? А, нет, вот о, еще. Еще есть. Девушка, мы решили скупить у вас все попыты. Да. Нам все попыты отсюда. Все какие там лежат? Да. Человек-паук. Ага, давай сюда. Ой, что-то он не хочет. Браслетик. О, да, браслетик, это хорошо. Гуччи, знак Гуччи. О. Так, единорожка. Among Us. Звездочка. Звездочка, бабочка. Ой, боже мой. Уже пакет. Опять еще такой? Да. Берем. Это что? Брелок, динозавр, ананасик. А это вообще прикольная штука. Да, очень классно. Это Pop-Up Tetris. Давай. Это что? Мороженое. О, спиннер. Просто красный, просто синий с белым. Огромный. Давай сюда. Так, желтый, черный. О, все, купили весь? Да, боже. Едем в следующий магазин? Да, как я сейчас все эти попыты потащу? 8330. О, меньше получилось, да? Да, хотя мы набрали, кстати, больше. Слушай, пакет больше, а денег меньше. Да, отлично. Ну что ж, пока, старый попыт. Теперь ты будешь любимой игрушкой для Лайка. И привет, новый попыт! Вау! Ты будешь для меня. Какой громадный, слушай. Он такой классный. И не понимаю, кто будет вешать его на рюкзак? Брелок. На брелок? Да, смысл. Ну ладно. Что, едем в следующий магазин? Да, давай. Вика, у тебя такая огромная куча попытов. Мы их купили уже на сколько? Примерно на 20 тысяч? 25 где-то. 25? И попытов у тебя очень много. Скажи, пожалуйста, что ты с ними будешь делать, а? Кроме того, что мы снимем ролик крутой. Я буду каждый день попытывать вот так вот. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Те, кто купит наш мерч, любой, футболку, худи и так далее, мы в подарок положим какой-нибудь попыт. И каждый ребенок, наш подписчик, будет счастлив. Ты круто придумала. Да? Да, ты такая умница. Поехали еще побольше купим попыток. Давай, тогда. Все, пристегиваемся. А, попыт надо тоже вот сюда, папа, смотри. Отдельно пристегнуть. Вот, смотри. Давай, пристегивай попыт. Вот, все, хороший. Он в безопасности. Да, и я тоже. Ну что, мы приехали в огромный торговый центр, и здесь точно должно быть очень много попыток. Ну что, папа, держись, пойдем. Держусь. Да, может быть. Здесь нет. Нет, вряд ли. Скорее всего, нужно искать отделы такие маленькие. Мне кажется, попыток еще сюда не завезли. Пойдем еще в следующем ряду. Еще здесь посмотрим, давай. Тут только вот это. Вот так вот кликаем. Расскажешь, что у тебя за фингал здесь? А, ой. В общем, я решила сделать татушки на лицо со звездочками. Прихожу с ними в школу, а мне моя подруга говорит: ты что, Вика, ты не знала, что нам нельзя приходить с татушками в школу? Тебя наругают. Я испугалась, начала тереть очень быстро и сильно. Получился такой фингал. Хотя можно было просто отмыть спиртом. Ладно, я уже заскромничала. Давай, давай. Девочка с фингалом. Нету попытов? Нет, есть только вот это. Не, попытов еще нет. Хотя у вас в магазине попыты продают? Нет? Нет попыт. Вика, ты манипулируешь папой. Это не попыт. Ну, я назову его попыт и будем считать, что это попыт. Нет. Вика, а? Здесь нет попытов. Пошли в другой магазин. Ну, я хочу вот этих милашек. Нет, все, пошли, нет. Ух ты. Нет, нет, мы так не договаривались.
Скажите, у вас есть в магазине попыты? Попытов нету. А Simple Dimple? И Simple Dimple нету. Вот, папа, мы нашли наконец-то. Смотри, здесь брелочки, амангаз. Давай, бери вот все. Вот это. Бери. Вот это. Для подписчиков ничего не жалко. Так, а ромбик у нас есть. Смотри, вот бабочку мы не брали. Бабочку, что еще? Вот это давай возьмем. Вау. Ромбик, да. Опять хочешь купить все попыты? Да, почему бы нет? Вот тут огромные, но у нас такой есть. Вот еще есть книжка. Давай. Потом проверим на Амелии, как она будет с ними играть. Да. Она очень прикольно, кстати, играет с попытами. Она их как называет? Пипа. Пипа. В поисках попыта. Ага. У вас нет попытов? У нас есть. Есть? Покажите, пожалуйста. А у вас есть попыты? Что такое? Это камера. Слышу тебя. Камера? А я думал, сова. На YouTube канал. Мы скупаем в городе, мы посещаем все магазины, скупаем во всех магазинах все попыты. А вы знаете, что думаю, вы не имеете права снимать. В общем, нам запретили снимать в остальных магазинах, но мы накупили вот столько попытов, боже мой, почти на весь стол. Но вы думаете, что это все? Нет, смотрите, мы еще накупили вот столько попытов для вас! А, боже мой, а что их так много-то? Целая гора! Вы только посмотрите, это же рай. Папа, что мне делать вот с этим? Держись. Так, все. И напоминаю, чтобы получить один из этих попытов в подарок, покупайте наш мерч Вики Шоу по ссылочке в описании. Но не забывайте, что акция ограничена, и попытов, конечно, много, но их очень быстро разберут. Поэтому, ребята, поторопитесь. Нам с папой удалось купить несколько очень эксклюзивных попытов, поэтому сейчас я вам их покажу. Вот, например, единорожку очень классную. Сейчас покажу. Он кликает очень классно, он прям с двух сторон какой-то мягкий. А, например, Спайдермен. Классно. Знаете, в чем прикол? Это не бумага. Тоже резина, она здесь приклеена. Видите, ее невозможно оторвать. Также несколько амангайсеров. Я не знаю, где еще один, но вот тут нежный и еще есть оранжевый. Очень классно. Он из пластмассы. Также есть такие бабочка. Но он еще круче, потому что, знаете, в чем прикол? Здесь английский алфавит. Смотрите. A, B, C, D, видите? А смотри, еще черный робот прикольный. Да, вот черный, он отличается. Ну, правда, есть еще черный амангайсер, но это уже Simple Dimple, он тоже классный. Также есть мороженка, она мне больше всех на самом деле нравится. И... мне кажется, самый крутой, это вот этот вот огромный спиннер Pop-It. Он хорошо кликает и круто крутится. Сейчас я вам место освобожу. И вот так вот он крутится. Также есть вот два брелка. И есть такой снайперс. Это не Pop-It, это снайперс. А Тетрис где у тебя? Тетрис, вот Тетрис. Я его, кстати, попыталась собрать, очень классно. Смотрите, я знаете, как его кликал папа? Наведи камеру. Давай. Вот так. Yeah. Вот так. Оп. Это с одной стороны плохо делается, а с мягкой стороны вот так, смотрите. Ну как? Прикольно. Мне кажется, это прям самый крутой, огромный. Ну да, так и есть. О, Амелия, привет! Сколько попытов, да? Амелия, что это? Пипа. Да! Амелия, держи, вот, единорожка. Да, я еще пипу. Ты хотела единорожку, что это? Пипа. Да! Да? Ух ты, молодец. Амелия, вот, давай. Амелия, ей почему-то амангастер понравился. Ну, ладно. Да, какой Пипа. Большой. Все, похоже, она у тебя стырит один. Что это у тебя? Пипа. Где Пипа? Покажи папе Пипу. Пипа. Пипа, да. Амелия, вот Пипа. Ой, ребенок, все, ей все нравится. Пипа. Где Пипа?
Пипа! Ой, опа! Осторожно! Ребята, обязательно подписывайтесь на наш канал Вики Шоу, потому что впереди вас ждут очень веселые и классные видеоролики. И всем пока-пока, до встречи в новом видео. Уи-у!